Аня меня выгоняет из дома. Но самое главное, снарядила, как будто бы, знаешь, до зимы. С вещами на выход. С вещами на выход. Иду в баню. Иди в баню, скажи. Иду в баню. Пришла Лида за мной. В баню. Давай. Ложись сюда. Куда я ее сделаю, чтобы сошли? Давай. Рассыпаешь. А там коржики в домашних, тех, что ты привез. Ага. Все. Все. Все, тогда ты мне столько там остаюсь-то. Пью чай. Давай. Ем. Хотя я уже так наелась. Таня, штука хотим уже? Да. А что? А лоси можно предложить. Нет, пойду. Все, пока. С вещами на выход. С вещами на выход. Смотри, сколько набрала вещей. Пошли, Лида. Давай, за мной. Я скажу, прямо бутылку собрать. Бутылку? Все, давайте, пока. А может, с нами пойдете купаться? Давайте, в сауну. Ладно, все. Я позвоню, если что, приедете. Давай. За мной. Тачку. Тачку, да. Ага. Добрый. Да. А что, она сауну затопила, да? Да, сауна уже готова. Да ты что? А я думала, она забыла. Не забыла? Я готова бы, я скажу, то можно не топить сегодня. Ага. Она говорит, что не топить, как она уже готова? Что мы будем чистые, в сауну париться идем. О, сирень еще больше открылась. Идешь в сауну вот с такими видами. Еще и аисты сидят в гнезде. И ласточки летают. Ой, а пахнет сиренью. Это что-то с чем-то. Смотрите, аист выглядывает. Кто идет? Позирует, смотрите. Позирует аист, смотрит из гнезда. Кто идет? Надо попозировать. Ага. Чтобы воздух, да? Ну, уже тепло, они уже греются на солнышку. Ну, она их накрывает. С собой. Угу. Песня «Гарна нова», начинается все по новой. Идем. А, в душе была. Угу. Можно к вам? А, так вы уже были в сауне? А. Ага. Да не, нам тоже сильно. Сильно? Ну да, уже сильно будет, наверное. Угу. Держите. А? Возьмите. Ой. Гостинца возьмите. Потом чай попьем. Держите. Все, напарились, да, с легким паром вас? Спасибо, но я богато не парила, бо я сегодня такая уставшая. Ага. Я напахала сегодня, вікна помила, вікно застеклила. Ага. Ну, я вікно поремонтувала. Сама? Сама! Да, вы что? Кавуни пересадила. Багато справ зробили, да? Так, заходьте. Вода гаряча, да? Да, вода гаряча. Ага, хорошо. Дякую вам. Не думала, не гадала, что я еще в сауну попаду. Я ей сказала. Я ей сказала на субботу, говорю. Я обычно на субботу в магазин купаюсь. Я боюсь. Ох, сегодня и жара, конечно. Я очка. Да. Знаете, Ляб, да? Вода там, Лида. Лида знает. Это у ведри, видочки у ведри. Я винниками сегодня и не билася, и не мела, бо я уставшая. Я... Ага. Погано. Ясно. Так. Все, Лида. Да?
Да, Ліда знає. Я покажу. Хватить вам жару там? Ліда, подивись, хватить жару тебе? Ос. Это такой огромный, боже мой. Для новых зрителей покажу еще. Смотрите, здесь душевая кабина, стиральная машина, туалет. Сюда выход. У них раньше был бассейн, сюда они выходили. И вот она, сауна. Вот сейчас будем мы с Лидой париться. С венечками. Интересно, венечки есть? Венечки. Сказала, что где-то есть. Все. Хорошо нам помыться. Попарилась я в сауне. Сейчас отдохну и еще пойду. Ой, слушайте, такая тишина здесь. Боже мой, какая тишина. Я даже вот замолчала, чтобы вы услышали. Такая тишина. Там цветет яблоня, которую я вам показывала. Ой. Вон, видите, яблоня цветет, ту, которую я вам показывала. Буйным цветом. И отсюда видно озеро. Сейчас покажу. О, смотрите, вот отсюда видно озеро. Начало. Все, пойду еще раз. Вы можете посмотреть, у меня есть видео, полный обзор этого дома и гостевого дома. И сауны, и самого дома. Ой, красота! Напарились. Все, теперь приглашают нас пить чай. А на улице какая благодать просто. Благодать. Ой, сейчас и сумку тут держу. Иду, вон, посмотрите. Ой, этот котенок, смотрите. Мяу. На голове чалма не получилось. Ой, как хорошо. После баньки, после сауны. Вы, наверное, спросите, почему Таня с вами не идет. У Тани давление высокое, поэтому Таня не ходит в сауны. И поэтому только душ и все. У них дома есть душ, завтра покажу. Все, идемте. Смотрите, какая здесь красота. Ох, после сауны напарились. Ох, напарились. О, тут уже чай вовсю пьют, да? Ох. О, у вас как раз окно на закат. А? Ой, спасибо, как я напарилась. Боже мой, благодать. А еще тут у вас, видите, закат тут такой красивый. И аисты сейчас покажу, с каким видом буду чай пить сейчас я. Ага, видите, тут все цветет, и тюльпаны цветут. Ну да. Ой, а аиста что-то я не вижу. За деревом не видно. Ага. В прошлый раз прям как будто бы из окна было видно. На ту сторону оно пидешь. А какой чай? А я не знаю, який мені. Зелений? Чи з травами? Ні, не зелений, чорний. Ага. А, вот отсюда видно, смотрите. Вот. Чётко видно. Так вы здесь видите, да, сколько истят? Ой, благодать, точно. Это ваш муж, да? Да. Это в очках, которые? Ну, вот это. Ага. Наверное, в 91-м году присягу вот эту украинскую, чи як. А, понятно. Наверное. Ага. Який молодий. Так. Це три сестри. Три сестри? Это кто? Это вы. Я. Да, вижу, я. С левой стороны это вы. Одна сестра и друга. Ага. То кто там? Нина и Аня. Нина и Аня. А где они сейчас зовут? Киеве. Киеве все. Одна є в Ленинграде. Ага, вот так сейчас покажу. Вот так лучше видно будет. Вот. Нина и Аня. Да, похожи вы. Только вот в середине сестра не похожа на вас. Нос только похожий, одинаковый. Не, вони никто не похожий. Мы разные. Но сходство есть. Сходство есть, да. Нос, носы одинаковые.
Интересно. Сколько вам лет было тогда? Ну, наверное, 18-10 так. 18? 18 лет. О, вы стрелки делали, да? Тогда модно так было, да? Немножко, да. Я до сих пор люблю стрелки. Не, потом я перестала, у меня это аллергия. Глаза это, чешутся и слезятся. Угу. Ух ты. Это вы еще не замужем были, да? Да, еще не замужем. 18 лет, да. А ну, вот эту фотографию, где она, ну, покажи вот эту вот. Вот эти две давай покажем еще. У сына Александра, ну вот с левой стороны. В молодости. Я не помню. Я запоминала, тебе было 10 лет еще. Угу. Вот уже про сына Александра. Вот это вы была модница. Еще какая, скажите, да? Это утренник. А вот вы с мужем. Угу. Утренник? Угу. А кто здесь? Ну, я вот это ж. А, это вы. С детьми своими. Ну, это же надо. Темненькая, вас совсем не узнать. Угу. Это подруга моя. Это подруга, она здесь а что, из Киева? В Киеве, да. Ага. Ну, как зовут подругу? Вера. Вера. А. Вера и Петя. Нема Пети, уже нема тоже. Угу. Своим. Вот тоже про сына Александра, ну вот, с правой стороны. А это у вас своя прическа была? Нет, там шиньон, по-моему. Шиньон, да? Угу. Это про сына Александровна в детстве. Вот. Сколько вам лет было это? Да, откуда я знаю? Лет 10, наверное, было вам. Наверное, шиньон. Не было шиньон. Не было, да? Вот. Мне интересно, как раньше одевались, знаете? Платочки. Так и было, як одевались. Не говори. А вот рядом с вами кто стоит? Тетя моя, мамина сестра. А. Сколько лет вам было? Это уже, по-моему, а что вы не подписывали? Это откуда я знаю? Это здесь, наверное, у 75-й, наверное, год. 74-75-й год. Mm-hmm. Это на доску почета меня фотографировали в садику. А. Интересно. А все, тоже я. Вот тут вы такая интересная. Не похожая на себя. Не похожа? Mm-mm. Смотри. А це? Похожа? Да? Ну, а тут трошки повнища. Здесь так. Тоже. Вы на каждой фотографии везде разные. Это вы где? Это в Москве. А, в Москве? Угу. Младший он у вас? Да, самый младший. А, самый младший. Угу. А где он живет? В Киеве. В Киеве тоже живет. Он стоит, охраняет со всех сторон, а она сидит.
птенчиков греет. Тиха украинская ночь, да? Хаты только белые белеют. Так напарились, чая напили. Вышли на такой свежий воздух. Ай, боже, пахнет скошенной травой. Лида говорит, вот если бы можно было передать запах это, да, Лида? Да. Все можно, ты запах не можешь передать. Пока что да, но может быть в скором времени и будет. Вот смотрите, как близко аист сидит на гнезде. Ему сверху видно все. О, выглядывает. Жабы квакают, я не знаю, слышно вам или нет. Ой, тюх-тюх, ой, тюх-тюх-тюх, соловей щебече. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на. Собаки гавкают, птицы заливаются, жабы квакают. Включите посильнее звук, чтобы услышать пение лягушек. Так, собаки, тихо, дайте лягушек послушать. Таня с Васей меня уже встречают. Говорит, думали за тобой уже идти. Где ты так долго? А мы пока чай попили. Спасибо Фросине Александровне, Лиде. Огромное спасибо. Отхлестала меня вениками. Да, напаришься. Вон даже звезда горит. Вот. Ну так. Просто от этой картины не могу отойти. Надо заходить домой, но не могу зайти. Слышите, да? Птица бугай. Бу. Бух делает. Как будто бы в воде так что-то. Бух. Бух. Ну все, всем спокойной ночи. На добранич.